Приветствую, друзья, с вами Артур. Сегодня у нас предпродажная проверочка игровой приставки Xbox Original. Это первый Xbox. Собственно, в комплекте у нас сама консолька, джойстик, кабель RCA подключения к телевизору, он же компонентный, и кабель питания. В общем, давайте сперва к самой консоли вернемся. Состояние хорошее, несмотря на ее возраст. Консоль в отличном состоянии со всех сторон. Ну, какие-то следы, естественно, есть эксплуатации, но в целом состояние отличное. У нас все консоли маркируются по серийному номеру 52605, серийник, концовка именно у этой консоли. То есть, соответственно, все проверочки, видосы закрепляются за серийником. Одну секунду, друзья. Так, джойстик у нас, ну, стики у нас погрызанные. То есть эти резиночки либо снять, поменять на стиках. Этот, в принципе, более-менее, вроде, чуть-чуть протереть. Кнопки в целом и сам корпус в отличном состоянии. Джойстик идет с таким переходничком. Вот такой вот оригинальный вход. Кстати, напишите в комментах, для чего вообще вот эти переходники. Почему они не делают сразу с таким штекером. То есть часто попадаются отдельно вот эти переходники. То есть этот джойстик какой-то универсальный для Xbox каких-то еще или что, я что-то не могу понять. То есть после этого у нас уже идет 360, там беспроводные джойстики. То есть на какую консоль еще подходят эти джойстики, для чего переходник, напишите в комментах. Реально не интересовало меня это раньше. Кто в курсе, напишите, чтобы я не гуглил. Так, вот такой вот у нас кабелек и вот такой вот. В общем, по щелчку пальцев, друзья, у нас на столе оказывается телевизор, и мы приступаем к проверочке. Кстати, привезли консоль с Германии, и внутри уже есть диск. Сейчас, когда мы ее включим, я вам покажу какой. И диск будет внутри, то есть будет вам в подарок, а может и не будет, не точно. Погнали к телевизору. Итак, как я и обещал, телевизор и подключение у нас уже успешно произошло. Включаем консольку. Так, вот, друзья, сразу этот диск заберу. Я уже поставил английский язык. Так, в комплекте у нас... Что это у нас? Soul Calibur, первая часть от Namco. В общем, консоль сразу хочет выбрать дату, время. Так, и оставляем. Менюшка, конечно, на Xbox вообще мне впирает. Она просто капец необычная. Давайте я дополнительное освещение, наверное, включу. Или как по пересвету у нас. Да вроде нормально. Чуть позицию выровняем, да? Отличная картинка. Я уже запускал, когда мы привезли по Бырику, ее проверил. Запускается. Давайте все-таки лишний свет отключу. Будет чуть лучше видно картинку. Transcending history and the world. A tale of souls and swords eternally retold. Или нет? Так лучше. Так поинтереснее. Давайте, друзья, заставочку не пропускать. Я отдельно запущу. Отдельно запишу эту игру. Я от фонаря, друзья, стартую. Я уже чуть-чуть эту игру. Ну, как чуть-чуть. Одну битву сделал. Меня как сынка вынесли. После Mortal Kombat это вообще как-то неприличная игра. Я еще выжил.
Так, здесь выйти в меню. Нельзя, как на джойстике? Ага, вот. В общем, друзья, работоспособность отличная. Диск читается на ура, причем что диск поцарапан. Диск вам будет... А, странно, здесь Soul Calibur 2. А на диске что нам пишет? По-моему, единичка была, если я не ошибаюсь. Или мне так сбоку показалось. А, это они так сделали двойку. Видите, она такая просто рядом стоящая. Диск пыльный. Тоже чуть-чуть пилюки не мешало бы протереть. А так, в целом, консолька, друзья, в очень хорошем состоянии. Так, в принципе, диск вытащим, он сейчас запустится. В общем, лайк за обзорчик. Кому интересно, можете покупать у нас в магазине. Комплект я вначале уже повторился. Консоль, джойстик, два шнура. Это шнур подключения к телевизору и шнур питания. И этот диск уже будет вам в подарок, так как он был внутри. Коробки от него у меня нету, чтобы продавать. Лайк, всего наилучшего, с вами Артур. Пока.